А, ну так иди сюда. Как меня в этом клубе связи? Паша Чехов. Я думаю, что надо объявить песню. А петь ты будешь вот этот микрофон, у нас один на двоих. Мы, знаешь, была группа «Чай вдвоем». Примерно смысл такой же, но песня лирическая. Смотри, я сегодня весь окольцован, так что аккуратно. Песня такая же, гонорары разные. А это честная публика, они не понимают, что так про деньги. Вот, вот, аплодисменты, вот. Мы споем печальную песню о системе ценностей. Она называется «Ритмы ока». Вы не устали? Нет!
споем песню, слова которой написал не я. Вот так вот. Главное их не забыть. Песня на стихи Сергея Есенина. Называется «Грубым дается радость». Тоска и зной катится в солнце из окна, улица передо мной. Спасибо. Представляю следующий шедевр. Стоит сказать, что эта песня во многом объединяет в себе все песни вообще в лом. Потому что она написана от лица человека, которому однажды в какой-то очень непростой жизненный момент, это всегда происходит в непростой жизненный момент, тупо. Не заплатили бабла. Он подумал
и сформулировал свои мысли примерно следующим образом. Начальник, обманщик, жадный, проклятый, не заплативший денег, зажавший зарплату, несчастье тебе, бед, разрухи до горя, присух твоему бизнесу, дефолт твоей конторе, позор тебе, сволочь, гадина, жадина, желаю, чтоб твой логотип оказался краденым, желаю, чтоб твой слоган использовался кем-то, в коньяк тебе мочи, в кокаин тебе цемента, ты путаешься, я ты столом, штаны не пороя, желаю, чтоб меня аренду пульками строя, желаю, чтоб тебя камни не катились обратно, чтоб тебе сегрегация наносила, а чем непонятно. Желаю, чтоб твои вклады вернулись в потерю, желаю спецназ в масках тебе в бухгалтерию, чтоб твоя папа в эту жизнь не приехала, желаю, чтоб тебя в паркер полтора мэра съехала, чтобы инвесторы денег назад потребовали, желаю, чтоб клиенты светиться с тобой убегали, чтоб в твоем кабинете была сигнализация, желаю, чтоб водоканал перекрыл канализацию, чтобы пожарник песка навалил в приемной, желаю, чтобы электрик штраф выписал огромный, желаю, чтоб санинспекция офис опечатала, желаю, чтоб все твои счета заморозили, падла, чтобы его заместителю испугаться и уволиться, чтобы тебя в сауне с авторитетами поссориться, чтобы тебя в патриархия с визгом наехала, чтоб налоговая просила взяток, а денег таких не было. Я желаю, чтоб такой воспринятий сдавалась аккурат, чтобы за тобой наружка велась, и всем это было понятно. Желаю, чтоб менты у тебя даже денег не брали, желаю, чтоб твой юрист скрывался в нелегале, чтоб тебе поверить, бить твоих команд, ну, прибыли, чтоб в гостях сообщили про твои гигантские прибыли, чтобы у тебя сахар в моче повысился. Желаю, чтоб ты должен не просесть в петитус. Желаю, чтоб ты на 100 килограмм поправился. Чтоб ты правда синичка, ты блогер отправился. Желаю, чтоб у тебя ордер, ты куда как крысы. Желаю, чтоб тебя даже на Кипр не выпустили. Чтоб твои мобили послушали, там стоят. И кто ты тебе напоминает, и еще раз не покроет. Чтоб ты из погода бросился, да не раскрылся. Следователь попался в круг и матерился. Желаю, чтоб твою фирму растащили депутаты, и чтоб ты наконец понял, все из-за той несчастной зарплаты. Желаю, чтоб в твоей камере были одни гордости, ты черное пятно в белоснежных просторах российской экономики. Обычно Николай Басков на открытии Ахмат-арены в Грозном. Я даю вам эту песню. Следующая песня, которую мы исполним. Буквально на прошлом концерте я понял, о чем она. Бывает же такое. Напишешь песню, снимешь даже клип на нее, а потом поймешь. Песня. Наш русский народ, он, в общем, задается исключительно глобальными вопросами всегда. И вопрос, что делать, преследует нас на протяжении всей нашей истории. Даже Владимир Мединский, я думаю, с этим не будет спорить. Хотя он бы сказал, как посмотреть, это же. Ему-то понятно, что делать. Кстати говоря, песня отвечает очень кратко и понятно на 4 минуты на этот вопрос. Нести херню. Здесь же дело не только в крутые удачи. Написал бы песню про будущее на войне, про заговор против страны, про давление СМИ. Отбил бы за русский народ на Донбассе, медаль за участие, прилетело бы во всей хвалили бы на центральный канал страны. Мы бы лучшим борцом против сатаны, перечевал бы на камеру за детей в Алеппо, распустил про Бандеру, конечно,
20 лет, но это бы не имело никакого значения. Публично одобрял бы военные учения. Писал бы в твиттер про вопросу НАТО. Много шуток про Обаму написал бы, как надо. Меня бы звали на разные ток-шоу. Говорили про Обамов, это хорошо. Хвалили бы меня в Министерстве культуры. Таких городов у меня были бы туры. По миллиону за город выгребал бы из бюджета. Селфи с Кадыровым, постил бы из жета. Георгий с Галилой покрасил бы альбом. Малороссия, как бы на нем. В нем бы пелось о подвигах предков, о древних жизни и о крововедка. О православии о чем-нибудь светом, словно о всем хорошем и ни о чем конкретном. Лицо попрощей жизнь удалося. Они снимали небо отвалься. Ты лишь успеешь на свою нужду. Нести любовь совсем безложно. Ты снова прощаешь жизнь, которая вся. От лишнего ремня отвалься. Ты лишь успеешь на свою нужду. Нести любовь совсем безложно. На первый канал с нее я купил бы дачу. Передачу на ТВ вел бы еженедельно. С Никитой Кипаковым был в песне по разделу. Пришел бы на Шендеровича по его матрасам. Винтеров турции летчика называл бы асом. Внутри что уничтожал бы и русскую Украину. В Америке достающим венцы по кокаину. Помимо правительства и его проступки, в разговорах с правозащитником и просоты трубки. Говорил бы, что от санкций там только польза. Говорил бы, что Крым — это наша польза отечества. Его место в истории. Говорил бы, что отдыхать это значит в санатории. Давайте мои были бы вежливые люди. Говорил бы, что Иван уже врачок лучше, чем для Калуги. Говорил бы, армия — это жидкая школа. А наш ключ лучше, чем от Кока-Кола. Говорил бы, что стабильность дороже перемен. И что мы наконец начали вставать с колен. Говорил бы, что демократии все это однозначно. Спада у нас нормально. Все не так правильно. За свободное слово. В мире есть только оно. В любом государстве можно найти говно. И взрывал бы страну. Куда идти по вам. Говорил бы, что власть. Она там как мать. И люди помирают. Но все не живут. А предатели только зря хули льют. Ой, если честно, я рад, что так не сложилось. Мои песни до сих пор кому-то внемилось. И пускай я на приемах не хожу по Кремлю. Я нормально ем и я спокойно сплю. Лицо попрощаешь, жизнь удалася. Отличный парень, обломов Вася. Ты лично сеешь, насколько можно. Слышь! Лицо попрощаешь, жизнь удалася. Отличный парень, обломов Вася. Саксофон. Дима Павлов, гитара. Евгений Гордон, ударные инструменты. Мы сейчас немножко успокоимся, а потом опять вернемся.
нормальное российское состояние. Песня. Это последняя грустная песня на сегодняшнем концерте. Она называется «Прощай». А сейчас мы проведем небольшой опрос. А не буду я проводить опрос.
нас же в России демократия. Можно сделать вывод самостоятельно, не проводя опросов. Кто-то на вид местах начал хлопать. Для исполнения. Ну, сделай лирику, небольшую, такую какую-нибудь там. Ну, нет. Это из Сочи. Ну, нет. Ну, какую-нибудь приятную лирику. Я помню, я выступал на заказнике, и там выступал Шуфутинский. Такой красивый зал, оформленный живыми цветами. Такие прекрасные столы с едой. Тогда еще не было ни запрещенной и так далее. И тут вышел Михаил Шуфутинский. И это сразу стало похоже на Сочи. И даже еда на вкус стала как-то похуже. Не знаю, как он это смог добиться этого. Один с мини-диском. Но это было прекрасно. Для исполнения следующей песни на эту сцену нам понадобятся две трезвых совершеннолетних девушки. Пожалуйста, придите к нам на сцену. Вот там можно пройти. Там, где красный огонек мигает. Две. Всего две девушки спасут сегодняшнее шоу от провала. Сколько еще? Только две. Раз, два. Все, отлично. И сразу становится понятно. Давайте знакомиться. Как зовут вас? Катя. Еще раз. Катя. Катя! Как зовут вас? Татьяна. Татьяна! Вы из Москвы. Вы из Москвы. А вы родились в Москве? Да? Прикольно. Никто из нас не родился в Москве. А вы откуда? Из Мурманска. Там холодно? Но сейчас там теплее было. Чем здесь? Да. Круто. Из Мурманска? Снег. У вас там рядом поселок Телеперка? У нас таки там сейчас недавно выпал снег. И... Вы оттуда? Нет, из Мурманска. Но ребята загорали на снеге плюс 25. Загорали на снеге в плюс 25. Круто! Замечательно! Два вопроса. Один социологический, второй тоже социологический, но как бы такой философский. Первый простой. Откуда вы узнали о концерте Васи Обломова? Я все время хожу на концерт Васи Обломова. Да? Класс! Спасибо вам большое! Я, кстати, несколько человек в зале узнал, видел вас на наших концертах, вас в том числе. Да, большое спасибо, что ходите к нам на концерт, это прекрасно. А вы оттуда узнали о концерте? Ну, я первый раз на вашем концерте. Так. Просто в интернете увидел афишу и решили прийти с коллегой. А, это просто я так для себя узнал, это на самом деле не повод для никаких шуток, просто мы пытаемся выяснить, откуда приходят люди. Ну просто недавно мы приехали в Тель-Авив и собрался полный театр. Мы посмотрели так на всех, так что это было, где и откуда это все было. В общем, странно было, да? Ну, в общем так, вопрос простой. Главный. У меня вопрос. Как вы считаете, по вашему мнению, наступит ли на нашем веку в России хорошая, счастливая, справедливая жизнь? Если да, то когда? На нашем веку, ну, в смысле, при вас, вот вы увидите это. Как дома, вот, и посовиноваться, вот эти две самые. Ну, вот, итак, как вы считаете? Ну, лет через 5-10. Так быстро? Я думаю, да. Подождите, через 5 или 10? Ну, скорее, через 10. Через 10? Будет хорошо. Счастливо и справедливо заживет российский народ. Да. Аплодисменты! Как-то повеселее надо музыку в этот момент уже. Ну, да. А сыграйте вот эту. Та-ра-ра-ра-ра. Итак, о будущем России. О светлом на нашем веку. Как вы считаете? Не-не-не, мы все хотим, вы не поверите, ВИПы тоже хотят, и депутаты хотят. Вот багаж они отменили, они же ради цветного будущего отменили, бесплатный багаж. Так, ну вот, как вы считаете, вот прямо вот вы видите
лет 20. Через 20 лет? Светлое будущее, справедливости. Не знаю, 20-30. Не меньше? А вы планируете дожить? Ну, лет 30, да, еще, да. Аплодисменты. А говорят, Обломов сидит безысходность. Да тут прекрасно. Итак, девушки, не останавливаемся, не останавливаемся. Важнейший момент. Вы знаете, что сейчас будет происходить? Ну, вы ходите к нам на концерты. Вы представляете, что будет происходить? Нет? Нет. В течение исполнения следующей песни вам нужно будет танцевать. Раскрывать душу в танце как угодно. Как угодно, только вот, смотрите, есть единственное правило, которое нам указ, это УКРФ. Все остальное можно. Небольшая техника безопасности. Его трогать можно, подходить к нему можно. Он не особо громкий и вообще парень хороший. Видите, гражданина Украины мы посадили в клетку предусмотрительно. Чтобы вы туда не заходили, там очень громко, опасно, он машет руками. И вообще, если вы смотрите телевизор, мало ли что от них можно ожидать. Человек с гитарой, у нас тоже очень хороший парень, симпатичный. Наступать на вот этот педалборд не стоит. В остальном, в принципе, можно там находиться. Тоже подходить к нему. Все, это все. Одна из вас остается здесь, другая здесь. Мы играем великую песню. Вы не бойтесь, можете передвигаться. Главное не уходить со сцены. Оставаться до последнего. Это важно. Даже если не получается танцевать, смотрите, уверенно, они все стерпят. Попробуем. Песня «Всея Руси». Песня
песня года, у меня золотой граммофон. Я не верю глаза, блин, на лесу. И вот министр культуры погибает стакан. И вы не поверите, и зимой фон от 3К победоносца. А все министерство культуры звучит. Все вместе! Щеду! Камон! Щеду! И штучок! Душа в душу! Щеду! Но, к сожалению, я так и остался автором одного хита. Одного, за другого, который знает вся наша необъятная страна. Друзья, давайте споем и похлопаем в ладоши эту великую песню. Come on! Всех! Щеду! Есть и нормальные песни на Руси, в конце концов. Щеду! Не то, что это оно без нас скачет по ящику. Щеду! Ля минор, до мажор, соль мажор и всю. Щеду! Простой и понятный каждому человеку смысл. Щеду! Большое спасибо! Большое вам спасибо! Хотите селфи? Давайте замутим селфи. Давайте на фоне зала. Только это видеосъемка. Да. Так, давайте, кто будет смотреть первым? Так. Так. Ну давайте вы, раз там пока не получается. Samsung, что взорвется, не дай бог. И некрасиво, как будто мы перед двумя людьми сидим. Вроде так. Отлично. Большое спасибо, что пришли. Аплодисменты девчонкам.